Сделаем мыло клубничка. В простой пластиковой форме. Для этого нам понадобится белая мыльная основа, прозрачная мыльная основа, этиловый спирт, отдушка, ухаживающее масло зародышей пшеницы, палочки, чтобы мешать мыльную основу, краситель красный для ягодки и зеленый для листиков. Но так как он у меня светлый очень, я добавлю пару капель синего. Пипетка, ножик, чтобы резать мыльную основу, и салфеточки. Нарежем маленькими кубиками мыльную основу. Много не нужно, совсем чуть-чуть. Достаточно. Отправим в микроволновку плавиться или растопим на водяной бане. Греем секунд 30 и следим, чтобы ни в коем случае у нас основа не вскипела. Добавляем краситель красный. Хорошенечко перемешиваем, чтобы не осталось красителя. Тщательно перемешиваем. Формочку нашу мы сбрызнем спиртом. И очень аккуратно мы заливаем ягодку. На этом этапе пока ничего добавлять не нужно. Ни ароматов, ни масел, потому что она тоненькая, маленькая деталь. Сбрызнем спиртом, чтобы убрать лишние пузыречки. И даем остыть. Пипетку мы промоем в горячей воде. Мыло у нас застыло. И теперь смотрим с этой стороны. Лишние подтеки мы убираем салфеточкой. Точно так же мы нарежем мыльную основу для листиков. Также немного. Добавим краситель и зальем формочку. Думаю, достаточно этого будет.
чтобы нам узнать, сколько нам нужно будет белой основы, мы все сюда добавляем, проверяем, чтобы чуть-чуть с горкой было. Вот, и тогда будет достаточно. Если мы не знаем точного грамма, точного веса, вот. Сейчас мы в чашечке это все погреем в микроволновке. Добавим аромат, ухаживающее масло. Ну, в принципе, все. Так, в микроволновке мы разогрели мыльную основу. В первую очередь добавляем масло пшеницы. Капель 5-6. Пока мы перемешиваем, у нас основа слегка подостынет. И только потом мы добавим отдушку. Для того, чтобы она не так быстро улетучилась. Они все имеют свойство улетучиваться быстро. Так. Ну, тут уже застыло. Чуть-чуть еще тепло, ничего страшного. Процарапаем этот слой. Для того, чтобы хорошо сцепилась. Иначе, когда мы будем вынимать наша мылка, она у нас отслоится. Так, добавляем отдушку. Хорошенечко перемешиваем. Снова сбрызгиваем спиртом и заливаем мыло. Сбрызгиваем спиртом, чтобы убрать лишние пузырьки. И ждем застывания.